Ульяновская делегация во главе с губернатором представляет регион на международной выставке «Дороги-2019». Она открылась сегодня в Екатеринбурге. Главная тема – реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 73-му региону действительно есть о чем рассказать. Результатом работы последнего года стал ремонт более 370 километров автомобильных дорог. Теперь они соответствуют нормативным требованиям. Конечно, есть к чему стремиться, и поэтому приехали сюда не только погордиться своими результатами, а мы выполнили все заявленные требования, которые к нам в рамках соглашения были предъявлены правительством Российской Федерации. Но мы, конечно, приехали сюда посмотреть, что можно еще применить для того, чтобы сберечь жизни, судьбы огромного количества людей. Впрочем, говорили не только о дорогах. На пленарном заседании затронули и другие насущные вопросы. Один из них – замена электротранспорта. Сегодня с нетерпением жду. Сегодня, возможно, объявят о том, что в городах, в которых есть трамваи, троллейбусы, мы входим в категорию таких городов, федеральное правительство может решиться и оказать содействие. Если так, то к 190 там, с лишним трамваям, которые у нас есть и которые почти на 80% имеют износ, мы в ближайшее время можем с вами прибавить, ну, как минимум, так сказать, нам нужно порядка 110 трамваев. Также ульяновская делегация поделилась результатами эксперимента. Его провели в селе Языково Корсунского района. 3 года назад там построили мост из композитных материалов. Специалисты результатом остались довольны. Теперь Ульяновская область готова делиться опытом с другими регионами. Скоро также в Ульяновске появится серийное производство углепластиковых композитных элементов для дорожного строительства. Это сделает ремонт дорог более экономичным.